Новый документ существенно изменил условия осуществления розничной торговли плательщикам единого налога. Сегодня без определенного пакета документов продажа товара индивидуальным предпринимателям запрещена. Реализация остатков товаров, приобретенных до 1 июля 2014 года, индивидуальные предприниматели могут осуществлять только при наличии описи, заверенной налоговым органом. При этом опись остатков товаров необходимо было составлять на каждый торговый объект, на каждое торговое место на рынке, а также на каждое место хранения товара. Плюс ко всему, любой перемещение товара, а именно с одного торгового объекта в другой, с места реализации в место хранения и наоборот, подлежит оформлению автотранспортными накладными формы ТТН-1, либо товарными накладными формы ТН-2. По товарам, ввезенным с территории Российской Федерации или со стран таможенного союза, а также из третьих стран, также необходимо иметь документы, подтверждающие факт приобретения товара. В частности, по товарам, ввезенным из Российской Федерации, необходимо иметь первичные учетные документы, утвержденные в Российской Федерации, и документы, подтверждающие факт оплаты товара. Те, кто проигнорирует букву закона, попытаются реализовать свой товар, ждет административное наказание в виде штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией товаров и выручки, полученной от их реализации.